Давайте убедимся, что глаза нас не обманывают, и что шарики действительно не боятся острых предметов. Класс. Вам понадобятся воздушный шарик, скотч и кнопки. Смотрите, почему шарик не лопнул. Потому что я заранее приклеил скотч. Да. То есть, если взять кусочек скотча и приклеить к шарику, то в этом месте можно будет его проткнуть. Ян, возьми канцелярскую кнопку и проткни. Видите, не лопается. Давайте мы наклеим несколько кусков скотча. Раз, два. Три. Три. Держи. И каждый будет приколоть. Клей. Берем кнопки. У меня кнопка. Саш, втыкай свою кнопку сюда. Кристин, ты сюда? Как вы видите, иногда шарики не боятся даже острых предметов.